что не каждый может быть хотел это сделать. Молодцы, здорово. Забили голы, которые, может быть, нелогические были, которые должны были забить. Забили те, которые забили. За счет ошибок. Победы, молодцы, продолжаем. Это очень хорошая команда. Я пожелаю этой команде двигаться дальше, расти. Там очень хорошие люди собраны в футболе. Я думаю, они обобьются. Дай бог, что что касается дерби, ну, мне кажется, в зоне центр, в которой команда находится, в Воронеж, мне кажется, все те города вокруг него, вот, это все, наверное, будут дерби. Вот, так что, мне кажется, это обыкновенная средняя игра, но статус команды Воронежской, наверное, дает ей приоритет. А так, очень здорово, с победой болельщиков, хорошие, красивые голы, вот, в частности, мой. Разгромную победу одержали, сами довольны, что и победили, и забили. Ну, я думаю, наверное, тренер нас, как обычно, коррективы внесет. Вот, может быть, чего-то не хватало в комбинированный, наверное, футбол, который давно хотят болельщики увидеть. Может быть, что-то не получается. Вот. Но благодаря тому, что мы забиваем голы, радуем болельщиков, наверное, все потихонечку. Вот, за счет работы, за счет тренировок, взаимодействий придет. Вот, так что ждем Нижний Новгород-Волгу. Болельщики, я думаю, довольны. Вот. Ну и еще раз всех с победой.